Булыга. 2-2. Второй мяч Виталия Булыги в этом матче. 2-2. Сборная Белоруссии на 88-й минуте сравнивает счет. Ну, слишком рано немцы поверили в победу. Слишком рано успокоились. Ну и, конечно, череда замен повлияла на игру. Ну и еще больше повлияло на игру то, что более раскрепощенно, более смело стала играть сборная Беларуси. И в первом тайме у белорусов уже неплохо получалось. Они имели моменты. Но...